Привет всем! Вы на канале Своими руками. И сегодня мы будем делать необычный подарок на день рождения. Мы будем декорировать бутылку шампанского. Значит, наша бутылочка шампанского будет называться «Дамский каприз». Почему «Дамский каприз»? Ну что, бутылочка у нас изготавливается для девушки в таком розово-белом нежном стиле. Что нам сегодня нужно для работы? Нам нужна будет лента шириной 1 сантиметр двух цветов. Розовая вот такая нежная и белая. Далее. У меня уже готовая вот такая розовая рюша из банта для юбочки нашей дамочки. Готовый уже цветок. У вас это может быть любой цветок по желанию. У меня вот такой цветочек, выполненный в технике канзаши розового цвета с белой серединочкой. Вот такие вот остренькие листики для этого цветочка в количестве 6 штучек. Для украшения шляпки нашей дамочки бабочка белая, также выполненная в технике канзаши. Если вы хотите шляпку украсить перьями, стразами, бусинками, опять же, по вашему желанию. Стразики для украшений. И вот такая картонная заготовочка для шляпки нашей дамы. Значит, и бутылка шампанского. Желательно выбрать шампанское, раз у нас все в бело-розовом стиле, я выбрала бутылочку тоже вот с такой белой фольгой. Все, можно приступать к оформлению нашей бутылочки. Значит, для начала нам нужна белая лента. Из белой ленты мы будем делать воротничок. Значит, бутылки по размеру бывают разные, поэтому отмеряем уже по бутылочке, какая длиной лента нам нужна. И вот таким образом мы сейчас несколько ленточек наклеим, сделаем воротничок. Значит, у бутылки здесь такой ярлычок тут. Мы оставим его для ротика нашей дамы. Вот такой белый воротничок получается у нашей дамочки. Я наклеила 7 полосок. Думаю, белого достаточно. Теперь будем продолжать розовым. Вот такой нежный розовый у меня цвет. Пока продолжаем так же.
когда мы наклеили еще 7 полосок розового, теперь мы будем обматывать нашу бутылочку просто ровно по кругу. Последний ряд мы просто оплавляем. Вот такая у нас бутылочка, вернее платье у нашей дамочки уже получается в таких бело-розовых нежных тонах. Теперь продолжаем украшать нашу дамочку. Мы сейчас будем делать ей юбку. Значит, рюша сделана из банта. Банта у нас ушло 2 метра. Как сделать рюшу из бантика или из атласной ленты, мы снимем специальное видео. Начинаем прикреплять. Вот такая двухслойная пышная юбка получается у нашей дамочки. И теперь мы ей сделаем поясок. Или белого, или розового цвета. Сейчас посмотрим. Сзади обрезаем, все края обрабатываем. Вот такая дамочка с пышной юбочкой у нас получается. Теперь будем декорировать перед нашей дамочкой вот таким бантом. Вы можете приклеить бант по желанию, поэтому берем у меня вот такой цветочек. И сейчас будем готовить украшение нашей дамочки. Склеим по 3 листочка вместе. Наше украшение готово. Теперь будем украшать. И теперь будем делать шляпку нашей даме. Как мы делаем шляпку? У нас есть картонная заготовочка. Мы делать будем, наверное, розового цвета ее. Сейчас заделаем верхушку. Нам нужны будут вот такие полосочки. Мы будем на верхушку наклеивать. Саму шляпку нам нужно будет тоже обклеить.
поля шляпки нашей готовы. Вот так вот. И теперь мы будем делать верхушку шляпы. Прям на бутылку. Четырех ленточек достаточно, чтобы сделать верхушку нашей шляпки. И осталось теперь закрыть, то есть прикрепить вот так вот поля. Вот такая дамочка у нас в шляпе получается. Сейчас украсим шляпу бабочкой. Вот такая дамочка получается. Я еще решила на пояс добавить две ленточки. Вот такая бутылка шампанского «Дамский каприз» сегодня получилась. Шампанское у нас с вами сегодня получилось. Дамский каприз с юбочкой, со шляпкой. В общем, получилась такая дамочка. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока!